Снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоемов» и подписчиков, и не только, и гостей также приветствую. Да, гости, если вы еще не наш подписчик, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте поставить колокольчик, чтобы вовремя получать наше видео. Итак, друзья, как видели, попадался мелкий карасик, начал попадаться мелкий карасик. Вот. Ну и я решил уйти. Хотя товарищка остался еще там. У него как-то еще проклюет более-менее такой, ну, с ладошку чуть больше карасик. В общем, я не выдержал, решил немного дальше, ниже по реке спуститься. Вот, и обнаружил такое место классное в корчах. И здесь, по-моему, я так понимаю, должно глубоко быть. Метра так 2-3 глубина должна быть. В общем, так, наверное, один дальний заброс, фидер заброшу вот туда под камыш. Ну а так поплавочную удочку пару штучек, наверное, закину. Вот здесь рогачи, видно, что рыбачок ловил, и рогачи у него. Вот, закину на поплавочную удочку. Посмотрим, на что лучше будет брать и какой будет брать. В общем, поехали. Время поджимает, и жара, кстати, градусов 45, а может 50 на солнце. Но возле воды еще терпимо, более-менее терпимо. В общем, так, наверное, буду идти отсюда. В общем, тут и не глубоко, тут где-то метр глубина. Вот. Поплавки стоят столбом полностью, ни поклевок, ничего. Но я думаю, что из-за жары такой, вода так прогрета, и карась или же в муляке, или же в камышах прям сидит. Или же на глубине. Хотя дальний заброс закинул, но тоже ж надо знать, где яма. В общем, друзья, решил я свернуться и пойти обратно. Мелочь выпускать, может будет крупный проклевывать, попадаться. Будем уже брать. Ну а сидеть, смотреть настоящие поплавки неинтересно. В общем, так, все, будем собираться. Сейчас меня печет.
насчет конкретно, в общем, какая тут рыба клевать будет. Вот, что поймали, то поймали. Не с пустыми руками, так сказать. Не, вы знаете, как бы ездил после обеда под вечер, ну, более веселее. Он они уже не так жарит, жара спадает, и рыбка более-менее лучше проклевывает. Ну ничего, это поехали с самого утра, в 5 часов. Ну, конечно, да. Мне кажется, все из-за жары. Все, друзья, всем желаю удачи, ни хвоста, ни чешуи. Всем пока. Лайкос под видос не забывайте.